Вот и прошли два дня в Тюмени. Когда мы первый раз выехали командой покорять город, и не просто город, а столицу целого региона, нам здесь все понравилось. Понравилось в первую очередь становление команды. Мы сейчас видим, что мы можем работать, ребята, и мы будем работать. Сегодня я точно знаю, что здесь родились у нас новые лидеры, и будут закрыты новые рубежи. Так, держать. Дорогие друзья, очень рад вам сообщить, что сегодня мы в очередной раз доказали, что команда System Trail самая лучшая, самая сильная и самая быстро развивающаяся. А всех желающих мы рады видеть в своей команде. Вы будете самыми сильными лидерами, самой сильной командой. По поводу Тюмени, мы, как и обещали, мы взорвали Тюмень. Мы сделали это. Всем привет, меня зовут Алена, я в команде System Travel, команда System Travel самая лучшая. Мы открывали Тюмень и сделали это здорово, позитивно. У нас будет здесь много-много новых партнеров, клиентов, и будем открывать следующие города. Всем удачи, присоединяйтесь. Спасибо. Тюмень – это первый город, которым наша команда закалилась так, как она должна закалиться. И сейчас мы понимаем прекрасно, что перед нами открыты безграничные просторы нашей любимой страны и всего мира в принципе. Команда System Travel, мы захватим не только эту маленькую страну под названием Россия, но и весь мир в целом. Ура! На сегодняшний день Тюмень – это самый первый город, который мы сегодня покорили. Следующий город – это, возможно, Омск, Новосибирск. Так что мы будем в вашем городе, становитесь первыми в своем городе, а мы будем только за вас рады. Молодец. Спасибо, Диана. Няшки.